Приветствую добрых и разумных людей на своем канале. Сегодня я решил пригласить на дуэль тех, кто восхваляет, превозносит Путлера и его режим. Я уже неоднократно приглашал к себе в гости запутинцев, чтобы они пожили у меня, поездили со мной по всей Европе и нашли хотя бы одно подтверждение того, о чем рассказывает им российская пропаганда. Ну, понятно, что, как это по-русски говорят, обкакаться не хочет никто, понимая, что все ложь. И всего, чего у них хватает смелости, на что хватает смелости, это написать гадские, пакостные комментарии. Больше ничего. Ну, поэтому я предлагаю онлайн-дуэль. Вы снимаете тот город, ту местность, которую я вам назову в России. И вы мне расскажете и покажете о всех достижениях. А вы мне называете любой город Испании. И я вам показываю и рассказываю, общаюсь с людьми, посмотрим, кто чем живет, у кого какие ценности все-таки. Готовы? Кто из вас готов? Блогеры, ютуберы и прочие, восхваляющие Путлера. Дуэль. И посмотрим, кто же все-таки прав и где происходит жизнь по-человечески, а где по путинским нечеловеческим законам. В этом я уверен, так как я гражданин России и прожил там много-много лет. И знаю, что страна катится в пропасть. Победобесие и даже не знаю, как это назвать. Безумие, осатанение. Народ осатанел. Но еще раз, кто у вас там смелый, ютуберы и блогеры? Вам уже ехать сюда не надо, потому что вы боитесь. Давайте онлайн. Начнем с любого города России, который я назову. А вы мне испанский. Поехали. Жду.